это лето заканчивается. Вы знаете, что мы каждый месяц, несмотря на то, что сезон официально как бы закрыт, тем не менее мы все равно встречаемся в рамках нашего проекта, который называется «Нефть Freedom». Делаем мы это благодаря взаимодействию с фондом Фридриха Наумана. Немецкий фонд, по-прежнему функционирующий и успешно функционирующий в России, я надеюсь, и пусть это продлится благодаря богам как можно дольше. Соответственно, наш проект посвящен в том числе немецкому кино. Мы знакомимся с его представителями, с картинами, которые были сняты на протяжении последних десятилетий. Ну и, конечно, каждую картину мы стараемся обсуждать и делать это, соответственно, с заинтересованной аудиторией и с участием специальных гостей, некоторые из которых приезжают к нам специально из других городов. Ну и зрители приезжают из других городов. Вот есть люди, которые специально ехали из Рыбинска сегодня. Где вы? Покажитесь, пожалуйста. Да, вот целых 5 человек приехало к нам из Рыбинска ради фильма и сегодняшней встречи. Но и есть у нас специально приглашенные гости. Сегодня это Сергей Борисович Пархоменко, журналист, который сегодня в конце скажет свое веское слово, ну и вообще помодерирует дискуссию, которая у нас намечается. Картину при этом ни я, ни Сергей Борисович не видели, так выясняется. Есть в зале люди, которые видели картину раньше? Поднимите, пожалуйста, руку. Не так и много, кстати, всего человека 4. Видели, пришли пересмотреть, значит, потому что есть ради чего. Ну и, конечно, мы надеемся, что все вы поучаствуете в конце концов в дискуссии, которая у нас состоится по итогам просмотра. Это обязательный такой элемент программы в нашем проекте. Перед началом фильма будет еще ролик, мы обращаем на него ваше внимание, это трейлер картины, которая, кстати, уже возникала у нас в разговорах, поскольку она связана с современным немецким кино, и, соответственно, мы уже смотрели работу режиссера этого фильма раньше. Фильм «Жизнь других», который вы помните, который мы обсуждали здесь с пеной у рта, потому что это действительно выдающееся произведение современного немецкого искусства, киноискусства. Он снял новый фильм, называется фильм «Работа без авторства». Этот фильм представлял Германию на премии «Оскар» вот в этом 2019 году. И этот теперь фильм выходит в российский прокат. Уже с 5 сентября мы будем его здесь смотреть, возможно, даже обсуждать, если на то будет ваше желание. Вот вначале будет ролик, вы, пожалуйста, его внимательно посмотрите и вдохновитесь. Все, спасибо, приятного просмотра, увидимся по окончании картины. Германия очень важная для современного мира и для Европы страна. У нее есть масса всяких проблем, у нее есть масса всяких сложностей, разумеется, как у всякой большой страны. Но в целом эта страна реально, что называется, победившая демократия. Там действительно чрезвычайно развитый, сложный, современный, совершенный демократический мир, которая охраняет право человека много на что. А в последнее время с этим есть некоторые дополнительные сложности, там появились, как и во многих странах Европы, всякие неприятные экстремистские партии, которые пытаются сыграть на совершенно реальных объективных сложностях, в частности, там на волне иммигрантов, которая появилась в Германии во многом благодаря вот этому пониманию их исторического долга, их исторической миссии и так далее. Немцы в лице их руководства, поддержанного большинством страны, в свое время решили, что они должны потратить большие усилия, большие деньги и большие ресурсы на то, чтобы помочь тем, кому эта помощь нужна. И Германия больше всех в Европе принимает беженцев, больше всех им помогает. И в ней нашлись люди, которые этим недовольны. И они имеют право быть недовольными. Это тоже часть демократии.
Так что вот такая как бы сложная кольцевая структура. И тем не менее, вот эти события, понятно, что они должны были произойти, могли произойти именно в Германии, где просто люди тратят очень много сил и много душевной энергии, и много мыслей, и много времени на то, чтобы осознавать свое прошлое и пытаться приложить это прошлое к сегодняшнему дню, потому что, конечно, главный вопрос, который они задают, а как мы, говорят они, как получилось, что мы этот народ, про который мы так много знаем, который мы любим, к которому мы относимся так патриотично, как получилось, что мы проделали то, что произошло в Германии в середине 20 века. И постановка вопроса именно такая. Это мы сделали. Это наша проблема, это наше прошлое. Это наша вина, и это наша работа, чтобы это изжить. Это очень мужественная постановка вопроса, которая не свойственна России. Давайте отдадим себе в этом отчет. В России принято говорить «они». А мы, это вот мы сегодняшние, ну и еще то, что нам хочется. Например, это мы выиграли Великую Отечественную войну. Это мы. А вот все, что было до Великой Отечественной войны, все, что было после Великой Отечественной войны, это какие-то «они». И это сегодня не только официальная идеология Российской Федерации, к сожалению, но и жизненная идеология огромного количества людей, которые живут в нашей стране. Мы их видим вокруг. Это написано у них на автомобилях. У кого есть автомобиль? Это написано у них на лбах довольно часто. Это означает одну простую вещь, что эта работа не сделана. Вот эта работа, которую сделали немцы, ее не сделали в России до сих пор. И, к сожалению, нельзя надеяться, что так и можно будет жить дальше веками, никогда не сделав эту работу. Просто она откладывается, откладывается, откладывается. Когда-то ее надо будет сделать. Когда-то надо будет договориться между собой, и когда-то надо будет убедиться самим, что это все мы. И все прекрасное мы, и все ужасное мы, это все наш исторический багаж, это все наша историческая ответственность, это все наша собственная история. И мы вправе всем этим гордиться, и мы вправе всего этого, обязаны всего этого стыдиться, в том смысле, в каком это стоит стыда или гордости. Вот это очень важная вещь. Я занимаюсь... Среди прочего, на протяжении нескольких лет, последних таким проектом под названием «Последний адрес». Его нет в Ярославле, к сожалению. Он есть очень во многих городах России, уже больше 50 городов участвуют в этом проекте. В рамках этого проекта на стенах домов устанавливаются такие маленькие металлические таблички с именами людей, которые жили в этих домах и которые были бессмысленно, беззаконно, бессовестно обвинены в преступлениях, которых они не совершали, и казнены за это. Они были репрессированы, подверглись политическим репрессиям. Потом они были все реабилитированы, в отношении всех их было принято решение на самом высоком возможном в то время уровне, там, Верховный суд или Верховный военный суд. Принимал решение об их реабилитации, и тем не менее люди эти были погублены. Идея этого проекта заключается, во-первых, в том, чтобы вспомнить людей, которым не положено мемориальных досок, поскольку, ну, как-то в нашей истории есть некоторое количество таких VIP-пострадавших, которым положено. Они были академики, актеры, генералы, писатели, ученые, я не знаю, кто еще, им полагаются мемориальные доски, памятники. Да и то на этих мемориальных досках написано обычно. В этом доме жил с такого-то года по такой-то год режиссер Всеволод Мерхольд. А в этом доме с такого-то по такое-то жил академик Вавилов. А в этом доме с такого-то по такой-то жил поэт Мандельштам.
Что с ними со всеми случилось? Куда они делись все вдруг? Как-то более-менее одновременно. Не все как-то перестали жить в этом доме. Обычно это не написано. Вот, это написано на этих маленьких металлических табличках. Но идея этого всего главная, конечно, заключается не в том, чтобы увесить этими железками стенки по всей стране, хотя их уже довольно много, их скоро будет 1000, этих табличек в 50 с лишним городах России. И каждый день их прибавляется. Мы это проделываем со скоростью примерно в среднем одна табличка каждые 2 дня на протяжении уже нескольких лет. Но идея, конечно, не в этом, а в том, чтобы собрать людей вокруг этого. Чтобы люди начали об этом думать, чтобы люди начали об этом разговаривать, чтобы люди начали это обсуждать. И люди начали проделывать эту работу, вот о которой я говорил, вот эту работу какого-то осознания, понимания, а перед этим принятия всех этих исторических обстоятельств и исторического достоинства, в какой-то ситуации исторической вины и так далее. С этого все начинается. В общем, конечно, все начинается с объяснения детям. И совершенно не случайно в этом кино действие происходит в школе, хотя, конечно, несмотря на там, все мастерство режиссера или актеров, которые сделали из этого очень драматичную историю, такую напряженную, такую какую-то, такую насыщенную. Но давайте скажем друг другу честно, тут нету авторов этого фильма, что, конечно, это очень мягко по сравнению с тем, что мы могли бы видеть в России такого рода. И, конечно, для нашей реальности это очень деликатные обстоятельства. Это очень нежный учитель, очень воспитанные хулиганы, очень трогательные полицейские и всякое такое. Мы с вами живем в гораздо более жестких обстоятельствах, несомненно. Я бы даже не побоялся слова сказать, что в гораздо более диких обстоятельствах. И такого рода конфликты в наших условиях принимали бы гораздо более жесткую и гораздо более дикую форму. И, в общем, принимают. Мы не особенно просто обращаем на это внимание. И в России достаточно не только каких-то там ужасных организаций, открытых или тайных. Мы знаем, что там были организации, которые занимались политическими убийствами. Совсем недавно в России состояли из молодых людей. Увеличению беспредела способствует молчаливое большинство. Вот. У меня вопрос без подвоха, действительно интересно. Скажите, пожалуйста, какие варианты нормального поведения, вот меня интересует в 3 ситуациях, когда Росгвардия тащит, с примесью беспредела какого-то человека, как бы вести себя тому человеку, допустим, меня интересует за себя, который это видит. Второе, по поводу того, что это мы сделали, да, мне интересует, как бы нормально вести себя человеку, в ситуации запредельной, да, репрессии сталинские. Вот человек не молчает, что, какой вариант? И третий вариант в ситуации, как поступать, если не молчать в ситуации застоя, которая вот тоже была. Какой вариант поведения? Спасибо. Вы понимаете, мне кажется, что ответ на все ваши вопросы, все 3 ваших вопроса, сводится к одному важному обстоятельству. Реакции бывают не только моментальные. Действительно, вот самое простое, это, спасибо большое, первый вопрос, который вы задали, что делать, когда на ваших глазах ОМОН бьет, тащит и так далее. Ну, я не скажу вам, что правильное поведение – это броситься на этот ОМОН, там затеять с ними драку, отнимать у них дубинку и так далее. Ничем хорошим это, скорее всего, не кончится. А? Ну да, ничего хорошего из этого не выйдет. Но штука заключается в том, что ваша реакция не заканчивается этим эпизодом. Может быть, нужно подать в суд на этого ОМОНовца, попытавшись понять, кто это в точности. Может быть, нужно подать в суд на главу этого города, я не знаю, где это происходит, это не обязательно происходит в Москве. Может быть, нужно принять участие в работе
какой-то активистской организации, может быть, нужно принять участие в каком-то гражданском проекте и так далее. Не обязательно, вот вопрос не стоит так. Или вы сию секунду бросились как бы на кого-то с кулаками, или вы ничего. Просто отнеситесь к этой ситуации, как касающейся вас. Жизнь идет дальше, и она каждый день требует от вас каких-то решений, какого-то участия, какой-то активности. Я условно говорю от вас, от меня, от него, от кого угодно. Мне кажется, что в этом штука. Вопрос в том, осознаете вы это как ваше дело или нет. Есть у вас ощущение, что этот удар нанесен и вам тоже? У меня есть. Если у вас появляется это ощущение, значит, вы начинаете думать, как вы можете в этом поучаствовать. Может быть, не сегодня, может быть, завтра, может быть, каким-то косвенным образом. Может быть, создав профсоюз, я не знаю. Совершенно не обязательно, это должна быть как прямая реакция. Может быть, поучаствовав в этом обсуждении, может быть, организовав еще какое-нибудь другое обсуждение. Я совершенно как бы никого не призываю к созданию подпольных организаций, но я хочу сказать, что существует, в общем, довольно много форм того, что называется скучным словом гражданская активность. У людей вообще довольно много возможностей, по-прежнему законных, к сожалению, это поле законности, прямо скажем, становится уже, и в нем есть много разных ограничений, и создаются всякие крайне неприятные, на мой взгляд, законы в России, которые специально ограничивают деятельность некоммерческих организаций, создают для них всякую сложную среду для того, чтобы там, искать финансирование, для того, чтобы отчитываться за эту деятельность. Это все становится все сложнее, иногда абсурдно сложно и так далее. В общем, государство наше с вами не хочет, чтобы мы с вами что-то такое граждански активничали, прямо скажем. Оно предпочитает, чтобы мы сидели тихо. Но, тем не менее, какое-то количество этих возможностей есть. И реакция вот такая, в длинную. И мне кажется, что, скажем, если там, говорить о том, что происходит в Москве на протяжении последних там, нескольких недель, то штука не только в том, что там кто-то выходит на улицу, его кого-то там бьют, загоняют обратно и так далее. А в том, что от этого остаются какие-то следы, появляются какие-то люди, назовем их словом лидеры, или во всяком случае какие-то известные люди, которых еще вчера не было. Вот в Москве там 2 года тому назад прошли муниципальные выборы. 200 человек независимых кандидатов совершенно неожиданно оказались муниципальными депутатами. Полномочия у них ничтожные, сделать они фактически ничего не могут. Но из них образовалось несколько десятков человек, которые сейчас оказались как бы на виду, которые сейчас что-то публично говорят, люди думают о том, что они говорят. Ну, в общем, вокруг них происходит какая-то гражданская жизнь. И это очень важно. Политики должны откуда-то... Вот так рождаются политики. Они откуда-то должны браться. Как-то же ведь это должно происходить. Они же не могут как грибы расти под деревом. Они должны образовываться в результате каких-то событий. Или то, что возникают какие-то коллективные вещи, там, ученые вдруг взяли, написали письмо, которое им совершенно не свойственно. Вообще у нас ученые не любят как бы вмешиваться во все, что не связано с наукой. Вдруг большая группа хороших, известных ученых написали такое письмо. Вот сейчас там большая группа московских учителей, например, сказала, что они не будут участвовать в работе избирательных комиссий, потому что они считают, что это... имитация выборов, манипуляция, и их втягивают в эту манипуляцию. Но это правда, действительно. Огромное количество конкретных нарушений на выборах, всяких фальсификаций и так далее, сделаны чьими руками? Руками 2 видов людей, школьных учителей и работников ЖКХ в России, которые составляют огромное большинство членов участковых избирательных комиссий. Вдруг вылезла какая-то толпа учителей, которая сказала, что мы не будем этого делать. И вылезла другая толпа учителей, которая сказала, а мы проследим за тем, чтобы вот у этих первых не было неприятностей. И это важно, это реакция. Ни один из них не бросился на ОМОН с кулаками. Ни один из них не отреагировал как бы примитивно и рефлекторно. Это такое вторичное переживание. Ну, очень хорошо. Тем не менее, это что-то. Добрый вечер всем. От частного к обществу, к общему, по поводу фильма, потому что
фильм обсуждаем, да, и говорим о том, какая наша страна плохая. Вот. Фильм для меня простенький, и, ну, для меня это мое мнение, я имею на него право, и хорошо показывает о том, как форма без содержания приводит к плачевным результатам. Форма есть, и имеется в виду не только белые рубашки, а то, что называется авторитаризмом, а вот содержание, говорят про детей, да, твою бы энергию, да, в мирных целях. Вот цели нет. Для чего это все делается? Остальное все пущено на самотек. И проявление инициативы учеников с расклейками, с логотипа и рисование его на ратуше и прочее, прочее, прочее. И учитель сам сломался и так далее, и так далее, и так далее. В общем, с детьми надо работать. Работать по-хорошему. Вы напрасно смеетесь, сейчас говоря, про пионерскую организацию, потому что что вы вкладываете в понятие пионерская организация? Надо направлять. Да, надо направлять. Вы не любите детей. Вот и все. Вы изначально уверены, что они злобные уроды и прочее, прочее, прочее. Просто не умеете их готовить. Вот, да, не умеете их готовить. И от фильма хочу вернуться к тому, почему он для меня такой средненький. Стэнфордский эксперимент, который устроил Филипп Зимбабве в 70-х годах в университете на факультете психологии в Стэнфорде, это вот от него вся эта байда началась, и последующие эксперименты, которые были репродуктированы, несколько усовершенствованы, видоизменены, все оттуда пошло. Он действительно разделил рандомной студентов, группу студентов, одинаково где-то по изначальным данным, рандомно разделил на заключенных и охранников. Мы грамотные. Нет, он самый умный, понимаете, он же с этого начал. Разделил пополам на охранников и заключенных, и эксперимент должен был идти 2 недели. Он закончился через 6 дней. Сам Филипп Зимбардо взял на себя роль начальника тюрьмы. Он не участвовал в пытках, он за этим всем, ну, не в пытках, вернее, а за прессингом со стороны охранников заключенных. Его подруга, когда пришла и посмотрела данные, которые он там была в видеосъемке и все такое прочее, она сказала: «Ты хоть сам понимаешь, что ты делаешь? Обрати внимание». Он сам, будучи наблюдателем, он заигрался. И он понял, что он из роли охранника тюрьмы, начальника тюрьмы, он превратился в начальника тюрьмы. И он этот эксперимент прекратил, потому что сам в него втянулся. Вот. А суть его теории в том, что нет людей изначально плохих, изначально хороших. Ну, так скажем, ситуативная теория. То есть таким образом складываются обстоятельства, значительные, незначительные, что человек ломается и превращается, его книга называется, кстати, «Эффект Люцифера», и превращается из белого в черного. Вспомните, кто такой Люцифер. Вот. А что касается вот этого всего, после этой книги она взорвала мне мозг, сломала. И говорить «я бы точно нет», я ограничиваюсь, боюсь, потому что на цепи на нас белые рубашки, и неизвестно, как мы себя поведем. Так что все мы люди, все мы человеки, а это животное мира, а человек скотинка такая интересная. Спасибо, извините, если что-то было не так. Да, извините, все хорошо. Я думаю, последняя реакция на услышание. Да. Времени, конечно, мало у нас. Ну да, в конце концов, все уже сказано, что люди как люди, только квартирный вопрос их испортил. Да? Так что иногда это принимает какие-то зловещие формы, иногда это принимает даже какие-то комические формы. На самом деле, весь нехитрый месседж, который я хотел бы здесь донести, что ли, заключается в том, что, в общем, конечно, у каждого из нас есть множество разных возможностей. Возможности противостоять злу или возможности сделать что-то, что кажется правильным, разумным, логичным и так далее. Я вот очень надеюсь, что в Ярославле образуется какой-нибудь человек, 2 человека, 3 человека, 5 человек, которые займутся этим самым последним адресом.
когда-то же это происходит в разных городах, но вот в Ярославле тоже когда-нибудь произойдет, а без этого никак невозможно. Нужны люди, которые здесь, на месте, работают. Это дистанционно из Москвы, вытянутыми руками не делается. Вот. Мне кажется, что мы не то что приближаемся, а мы уже непосредственно вошли во время, которое очень требует какого-нибудь участия. И мы тратим на это самое главное, что у нас есть время нашей жизни. Невозможно делать никакую работу, не потратив на нее времени. И человек должен решиться на это. Почему-то считается, что главная форма участия – это деньги. Главная форма участия – это вот давайте переведем денег там, такому-то, поможем ему и так далее. На самом деле, это довольно редкий случай, когда исключительно деньгами можно чему-нибудь помочь. Гораздо более частый случай – это помощь руками, помощь ногами, помощь головой, там, помощь разными частями тела, то есть непосредственным своим собственным участием в разных вещах. Я уверен, что кем бы вы ни работали, и в каком бы кругу вы ни обращались, и что бы ни происходило бы в вашем доме, там есть на чем собраться, и что обсудить, и что сделать вместе. А с этого начинаются какие-то очень важные вещи. Вот это чрезвычайно важно. Понимаете, что человек, который один раз, каким-нибудь способом, по какому-нибудь поводу, иногда какому-то очень локальному, очень местному, связанному с городской средой, связанному с природной средой, связанному с воспитанием детей или с чем-нибудь еще. Человек, который один раз включился в какую-то гражданскую работу, начинает чувствовать вкус к этому и оказывается потом много-много раз полезен и способен принимать участие в разного рода таких вещах и дальше. Как бы человек не выздоравливает, один раз почувствовал вкус, получив эту травму, человек остается с этим. Это очень важное, по-моему, наблюдение, много-много раз подтвержденное. И я очень надеюсь, что этот фильм будет в том числе и каким-то дополнительным, может быть, маленьким аргументом в ваших раздумьях о том, стоит ли самим чем-нибудь таким заниматься, что отнимает время, а вроде не приносит как-то немедленного результата. Вот, спасибо. Второй раз, когда мы говорим на наших показах в проекте Next Freedom о последнем адресе, мы все еще ждем человека, который захочет увековечить. Чаще всего начинается именно с родственников. Они должны подняться для того, чтобы... Да, ну, то есть в любом случае люди открыты, Сергей и Елена Висенц, которая к нам приезжала в этой связи. Имейте это в виду. Спасибо, друзья. Если кто-то хочет пообщаться с Сергеем Пархоменко, это можно сделать в нашем кафе неформально.